Ну все, вроде бы готово. Вика, привет, Вика. Я давно тебе хотел сказать, ты мне очень нравишься. Давай встречаться. Нормально. Привет. Здрасте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вот эти конфеты? Так. Конфет должно хватить, в принципе. Стикеры купить ВКонтакте. В принципе, все. Я такой... Детка, привет. Может, замутим? Четко. Вика, привет. Привет. Викусик. О, здравствуйте, мальчики. Это тебе подарок на Новый год. Спасибо. Это тебе с Новым годом подарок. Спасибо. Слышь, ты тут делаешь? Слышь, жираф, это так-то моя будущая девушка. А сфига ли это твоя девушка-то? Слышь? Ай, колено-то все сразу стрелять. Так, что подарить ей? Подарю-ка ей 5-й айфон. Я думаю, это будет хороший подарок. Последние деньги потратил на 6-й айфон и стикеры ВКонтакте. Мой подарите? Она точно будет моей. Вика. Привет, Вик. Здравствуйте, мальчики. Короче, вот хочу найти тебе подарок. Айфон 6. Это тебе подарок на еще подарок. 5-й айфончик. О, мальчики, спасибо. Спасибо. О, спасибо, мальчики. Самое лучшее. Лучше бы легендарку Brawl Stars подарили. Дарю тебя. Слышь, чмо, что ты делаешь? Это моя девушка. Это будет моя девушка. Ха. Знаешь, что есть? Есть настоящие способы решить мужские проблемы. Го 1-1 в Майнкрафт. ПВП. Давай. Так, где ты? Где ты? Я тебя найду. Привет. Это давай уже определи. Ты уже определись, пожалуйста, кого ты выберешь? Меня? Человека, который тебя по-настоящему любит, дарит тебе подарки, все делает для тебя. Или его? Чмо. Эй, какой и тебе еще чмо? Пожалуйста, Вика, уже выбери наконец. Викуся, Викуся, девочка моя, ты это долго еще, ё-моё? Ахмед, ты приору прогрел? Да, я машину прогрею, давай быстрее. В Колянку опаздываем, братья звонили. О, все, мальчики. Катя, мне некогда, я поехал в Колянку с Ахмедом. Удачи и спасибо за айфончики. А, все, давай, беги.
Вот она, конечно. Ну что, Никитос? Может, это... Пойдем пиво попьем? Ну что, друг? Давай выпьем за эту... которая испортила нам всю жизнь. И она просто такая... Она меня так бесит просто. Давай выпьем за то, чтобы они такие... больше нам не попадались. Золотые слова, друг.